Всем привет, короче, такой да, вот. Да, всем вообще, привет, всем да, привет. Вообще, короче, такой. Вот у нас, короче, у меня, смотрите. Сегодня, короче, сегодня. У меня вообще такой вот. Смотрите, у меня Гаррис Мод в этом не помог. Мой лучший, теперь на этот момент мой друг премиум террорист премиум. Он вот видите, котейка такая. Котик. Да, котик. Вот, короче. Да, вот. И в честь этого я делаю видео. Блин, мне так радуюсь сейчас. Я, наверное, вот после того, как... Вот, мне звонит... Сами не знаете, как это иметь супер игру. Да, вот. Ну, сейчас один пацан попадет прямо в эфир. Алло, привет. Здорово, пацаны, в Майнкрафт пойдете? Нет, я снимаю видео. Ты сейчас попал на Ютуб, пацан. Пацан, ты на Ютуб попал. Попал. Пацаны, мне все равно, у меня тоже спойлак, то, что я тоже снимаю. Угу. Короче, купил Гаррис Мод 13-й, вообще, я сейчас... Фу, нуб! А я его скачал, я пират. Ты пират, а я лицензиончик. Ну, короче, давай я продолжу свое видео. Good. Короче, ну вот, видите, как мы быстренько от него избавились. Ну сейчас давайте, короче, мы такие заходим, мы сегодня, пацаны, мы тоже пацаны, будем сегодня... Пацаны, хотите, я вам скажу прикол? Я никак не могу свой адрес. Чего ты не можешь найти в почту? В почту войти. Пароль забыл. Прикол. Ну это беда. Я сейчас буду все пробовать до конца, пока не запущу. Так, короче, мы заходим. Вот у меня все тут, это из-за того, что я такой вот... Короче, сегодня мы будем то же самое балдеть от Гаррис Мода! Нет, мы будем балдеть от... Мэм! Фейсов! Короче, мы сегодня будем тараировать... Да блин, я теперь пароль в Steam забыл. Короче... Блин. Возьмите. Да блин, я майл забыл написать. Вот. Мы, короче... Пацаны, не обращайте на меня внимания. Да, вот, короче, смотрите. Мы сейчас будем очень... Точкова. Этот. Бумфейс рассказывает. Я, короче... На майл не печатается. Сейчас, смотрите, вот. Мемфейсы. Короче, такой вот. Смотрите. Смотрите. Рисую на бумаге. Ищу кнопку сохранить. Покерфейс. Короче, такой вот. Такой вообще такой. Такой. Хам-ням-ням-ням-ням. Хам-ням-ням-ням-ням. А ты вообще смотришь? Я? Да, ты. Я не могу, я подбираю пароль к Steam. Смотрите, вот типа он такой ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Представьте себе вот это. Типа такой, что это за кнопка нажимает, да такой, на так, да? Типа, fuck yeah. Прикольно. Покер-гек. Покер-гек, ёпт. Опять жрет. Смотрите. Никита, смотрите, он типа смотрит на это, да? Хватит у меня списывать. Да, списывать. Вы поняли, да, прикол? Он, короче, да, смотрит да. На ее сиськи, она такая, хватит у меня списывать. Да, списывать. То чувство, когда узнаешь перевод любимой песни. Ну, я это знаю. Я тоже. Так, нужно как-нибудь расширить. Пацаны, кто поможет, я порой забыл. Я тебе помогу. Вот. Гуляю с девушкой по парку. Что-то не так. Давай сядем под этим деревом и поговорим. Что такое? Ну, короче, я не могу это читать. Блин. Мелкий текст. Да, очень мелкий. Ой, Никита. Для взлит. Полный.
Я сейчас взорвусь. Вот как я мог забыть пароль к Стиму? Сейчас будем читать близко. И будем читать на армуле. Короче, вот открываем. Блин. Я, наверное, буду тянуть эту серию, пока не загрузится Гаррис Мод. Вот, гуляю с девушкой по парку. Что-то не так? Давай сядем под этим деревом и поговорим. Что такое? Поклонись под этим деревом. Ты ведь никогда мне не изменял? Клянусь, я никогда тебе не изменял. Под этим деревом. Под этим деревом? Ну, типа, слышим. Типа, гуляю с девушкой по парку. Что не так? Давай сядем под деревом и поговорим. Что такое? Поклянись, что под этим деревом ты ведь мне никогда не изменял? Клянусь, я тебе никогда не изменял. Под этим деревом. Он не изменял ей под этим деревом. И меня под этим деревом. А не под другими. Да, вот. А под другими-то. Дальше что? О, во, давайте теперь. Никита. Спаси, пожалуйста. Я не знаю. Блин, болеть как. Блин. Это любой знает. Ура! Теперь ВКонтакте можно делать видеозвонки. Я могу позвонить своим бро, девушке и даже родителям, которые не секут в скайпе. Покерфейс, пойду поем. Пойду поем. Поем. Никита. Типа. Это. Я свой пароль забыл. Этот неловкий момент. Этот неловкий момент, когда ни одной задачи из Тодда на день не сделано, зато сделано много других важных. Зато сделано много другой важной фигни. Так, вот, смотри. 5 самых популярных фраз в институте. Хочу спать, хочу свалить, хочу. А я проголодался. Сколько сейчас времени? Какая у нас следующая пара? То есть последнее. Это что? Я не знаю. Во, смотрите, во. Прикол. Блин, это мне тоже. Ой, воу. Никита! Я бесит. Вот, наконец-то мы сможем нормально прочитать это. Все, что я не вижу, я буду вот так вот делать. Пацаны. Кто поймет этот текст? Да. Тот ставит лайк. Кто понимает, что тут написано, и какой-то супер зрачок, я не знаю. Ставим лайк. Да, ставим лайк. А нет, хотя ставим дизлайк, вряд ли кто увидит. Нет, дизлайк. Кто это увидел, то ставит. Нет, кто не увидел, ставит лайк, так больше лайк. Переведи, Никита. Опять. Поспорим, что это опять будет такой же, Никита. Легкий срыв. Нет, нормально, вот сейчас. Вот, да, нормально. Вот, я в клубе со знакомой девушкой. Спорим, ты не сможешь выпить этот коктейль? Легко, после того, как она все выпила. Я пьяна. Ложь, давай переспим. Это был всего лишь сироп от кашля. Всего лишь сироп от кашля? Че, опять? Обманули. Я знаю. Вот так. Ничего здесь. О, вот. Опять, давай. Ну это вообще троллфейс. Ну там троллолошеньки будет много. Да. Да пусть троллолошеньки. Та-дам! Опять! Кто это не увидел, ставьте лайки. Кто лицо не понял, что это...
ставим. Да, да, что это за лицо такое? Кто понял, что это за лицо, ставим дизлайк. Нет. Да, дизлайк. Это же лайк. Не, конечно же лайк ставим. Это неловкое чувство, когда ты рядом с девушкой, которая тебе не нравится. И не знаешь, что сказать. А, тогда ты будешь смотри, вот так. Смотрите. Никитос, дай 50 рублей в долг, завтра отдам. Отвечаю, бля, буду. То чувство, когда ты сказал, которую ты понял, а другие нет. Ну, не знал, у меня такое в школе было. Это неловкое... Вот, это неловкое чувство, когда у тебя нет айфона. Это правда. Когда у тебя Galaxy, у тебя шутки чувства. О боже! Да госса! Никита, не ломай язык, потому что мы читали. Осталось 45 часов. Что же мне делать? У меня даже шпор нет. Пойду поем и посмотрю какой-нибудь фильм. А что ты делать-то будешь потом? Хотел заняться образованием. Миркин, кусачки, Вот, наконец-то уже 45%. Никита, это видео будет час идти. Я знаю, я вас буду тянуть до... Именно до 45... Даже 100 буду тянуть. Сейчас 11 минут уже прошло. Ну, это я побью свой рекордер, который я снимал только по 15, это максимум минут. Я побью твой рекорд, Никита. Да, конечно. Я просто буду... Так, и что тут? Мам, фейсов там. Никита, может, ты мне скинешь это видео, я смонтирую и тебе кину. Да не надо, я же сам могу монтировать. Не, мам, Серсвега, смотрите, заходишь такой класс, увидел, что кто-то занял твое место. This is my apartment. Типа, отойди. Ладно. Заходишь в такой класс. Увидел, что кто-то занял твое место. Из моя парта. Может, спасся? Хочешь в туалет? Смотрите, хочешь в туалет? На улице раздают деньги. Горит твой дом. Мама принесла вкусняшку. У-ху! Через вкусняшки пошел. Как дела? Плохо. Мобилу потерял. Где? Окей. Как режет хлеб мама? Как режу его я? Встану в проходе, да? Это идеальное место. Так. Блин, все сужается и сужается. Как же мне это выдать? Да перенеси ты. Я не могу. Так. А ну давай назад. Да ты назад не можешь перемотать. Эй, ты у монитора. А ну-ка быстро отжался 20 раз. Я пошел заниматься, не хочу проблем. Мы то поколение, которое выучило английский язык. Поиграем на компе. Как дела? Так. Пацаны, подскажите реально, как это? Ну, чтобы тебе Steam написал пароль, который ты забыл. На нуб. Я не понимаю ничего. Это никак не может. Нет, быть. Но уже был пароль. Блин, опять это? Как его вернуть? А? Блин, опять это? Я уже текст прочитал весь. Ноу. Короче, Никита, на-на-на-на-на-на.
Что я собираюсь делать во время нашествия зомби? Уничтожить их всех. Что я скорее всего буду делать во время нашествия зомби? Мозги. Быть зомби. Зомби, 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 зомби. Это зомби, зомби, зомби. Это зомби. Маленькая ура, песня. Ура, в понедельник снова в школу. Ты вообще с нашей планеты. Ура. Отметь самого коварного друга. Отметь самого скучного человека. Отметь лучшего друга. Но я тебя отмечу как желтого. Отметь самого внимательного. Отметь я отмечу самого... тебя как зеленый, как желтый. А я вообще так, так. Я тебе отмечу синий, а желтый, зеленый. Ну все. Подожди, а ты знаешь, как отмечу? Я отмечу. Желтый, самый нижний зеленый. И коричневый, и последний. Ты чё? Я тебя отметил как синий. Да шучу, конечно. Я тебя отмечаю синий. Желтым, самым верху зеленый и синий. Я тебя то же самое отметил, только еще синий добавил. А я тебе добавлю стоп. А я тебя добавлю еще фиолетовый, все. Ты меня никогда не видел, пацан. Я тебя видел через веб-камеру. Ага. Чё врёшь? Так, отметь самого нежного. Отметь самого умного. Отметь самого красивого. Отметь того, кого любишь. Отмечу кошку. Красный. Отличившийся. Пацаны, я где черным текстом написано на красном фоне, я отмечу это кошечку мою. Это что за бурундуки? Во-во-во. Отметь себя, отметь лучшего друга, отметь чувака, которого знаешь с детства, отметь короче, этого человека нельзя называть другом, он будет... Короче. Да ну, в... Меня раз... секретили. Забирайте обратно ваши вещи. Чай скачался голышку. Бесит, когда виснет интернет. Это правда. Я знаю. Сейчас посмотрим, сколько у нас видео длится. Так, 18 минут, отлично. Слышь. У нас Гаррисмод качается со скоростью света, так что можно уже на 90 заканчивать. Так, закончу на 100. Ну ладно, закончу на 100. Короче, пацаны, кто увидит это видео, пожалуйста, зайдите на мой канал и напишите кто-нибудь в комментариях, что мне снимать. Что хотите? Сейчас я им покажу твой канал, зайду, покажу одно видео какое-нибудь. Ну, например, кроме КС-ки. Ну, нету КС-ки. Есть КС-ка. Так. Посмотрим, что есть. Или вчера ночью в глазу. Потому что. Она у меня ровно в час где-то. Чё ты набираешь? Стань премиум террорист. Что ты делаешь? Так. Пацан, твой имя рассекретили. Вот смотрите. Это то видео прошлое. О, CSGO, веселимся. Ну, я, наверное, его не буду показывать вам. Веселимся, знаете почему? Великий ниндзя, вот, покажу. Да ну, не надо показывать, Мортис, покажи. Вот. Вы знаете, это он сам делал. Не знаю. Нах, не хочешь ауч, поставить? Ауч. Выруби микро, а то будет... Покай. Давай. Ауч. Слушайте, пацаны. Пацаночки,
что там не загружается? У меня что-то. Слушай, ты нашел VP7, вот это вот звук внизу. Где? Ну, VP7 какой-то. Ну, подожди, все. В бандика. Выключай. Да ёп. Твою. Покажи свой мультик. Он покажет свой мультик, да. Типа едет, да? Там типа какие-то ниндзя, да? Он типа едет. Там выходит, да, такой, ну... Это такой, для Эрма. Ну, держи. Да, ну, держи. Какой ты кто такой? Я Эрма, ну, держи. Ну, как... Кто он странно делает, типа, по коленке так бьет. Ну, вот по голове нормально. Ой, блин. Ну, что это такое? Что за дерьмо? Это он не доделал, наверное, ему потом нужно научиться получше. Ой, ребята, вы знаете, как это тяжело, сами попробуйте научиться, я учусь. Это я знаю, то, что ты учишься. Так, сейчас покажу, как он снимает Mortal Kombat. Mortal Kombat, это, наверное, он выкладывал, да? Все, смотрим, как да. Он Mortal Kombat делает, все, врубай микрофон. Всем привет, с вами Раэкс, мы сегодня будем играть в Mortal Kombat. Mortal Kombat он играет. Ну, давай. Начнем. И заметьте, у него бандикам был еще пиратский. Плохое качество звука, предупреждаю, не ставим дизлайки. Он сейчас с Эрмаком в ком-то. Я, конечно, не разбираюсь в Mortal Kombat, но... Ну, я фиолетовый нить, короче. Рейман. Короче, он что-то у него там что-то так лагает, что-то. О, все, наконец-то. Ребятки. А! Да е-мое, что у тебя так? Ауч. Тут пролагает. У меня не лагает, у меня даже видео нормально идет, вот если я смотрю, это у тебя что-то лагает с ним. Ну, да, конечно. Наверное, из-за бандикама. Я не из-за этого. Забыл, что я качаю? А, у тебя грисмод качается, поэтому очень медленно. Пацаны, пусть он лучше скинет ссылку на мой канал, смотрите все видео. Я уже... Я без конца буду. Я в прошлом видео уже. Я в прошлом видео уже скинул. Ну, я буду на всех видео, почти на всех скидывать его канал. А я только на этом, мне что-то очень не хочется. А мне хочется пропиарить твой канал. Ну, некоторых, наверное, в этом видео пропиарю еще раз. Ну, давайте, наверное, закончим. Не будем ждать. Давайте тогда до 90 подождем. Гаррис Моттера. Пацаны, я пойду снимать видео. Так, у вас сейчас умножилось, уменьшилось. Слушай. Мы ждем момента истины. Пацаны, Никита, продолжай что снимать, может, Сталкер? Может быть. Или Counter-Strike? Ждем момента истины. Слышь, Сталкер или Counter-Strike? Нет, ты посмотри, мы ждем момента истины. Оно скоро произойдет и... Ну давай, происходи момент истины. Ты. 3, 2, 1. Number one. Да. Ладно, смотри, пожалуйста, всем пока. Да нет. Ай-яй-яй. Ой, ты что творишь, Никита? Ты что творишь? У тебя видео полегло. Особый размер. Короче, мы берем... 100 на 100, чтобы было вообще прикольно так смотреть на это. В курсе, что у них сейчас экран маленький? Ничего подобного. Давай, Никита, быстрее выбирай. Или остатки снимай, или кофе. Смотрите, вот вы видите момент в истину. Такой маленький экранчик. Это будет момент истины. Никита, короче, я погнал. Сталкер. Сталкер.
снять. Хорошо, вот все. Да, пацаны, всем goodbye. До новых встреч. Нет, короче, нет, я еще подожду, пожалуй. Пока... Никита, сними, это лучше же сними сталкера. Я потом подумаю, заснять сталкера. А я сейчас сниму и ухожу. Ну, сейчас я, когда мы ждем момента истины, да, я же сниму видео, короче, и думаю, прощаться буду с вами. И потом сам сниму сталкер. Ну, короче, я, наверное, остановлю видео, когда оно скачается, я включу. Не, лучше, Никита, знаешь, как, чтобы сделать прикольно? Лучше это, подожди, поставь, не ставь на паузу, у тебя видео разделится. Да. Ну, я, короче, остановлю. Короче, когда скачается... Я решил... Слушайте, ребята, я решил, короче, чтобы вы не... Ну, не прекращать видео, как вы смотрели на мое увольнение. Блин, мне так сейчас хочется реально поиграть. Слушайте, ага, он заорет. Да я заору. Нет, я не буду орать. У меня сейчас все дома спят. О, полученное достижение. Показай все достижения. Покажите мне! Стоп! Это значит, я могу заходить на все сервера. Это значит то, что я могу... Подожди-ка! Не уходя из горизонта... Никита, подожди всё. Секунду. Он скачался. Всем привет, с вами Ралиси. Мы сегодня будем играть в Сталкер. Никита у нас как ожидаемый или как-то да. Так. Нет, я уже выхожу, потому что я досниму его при нём. Да, он снимает. Вы видите вот это вот всё. Вы, наверное, его сейчас не увидите по-любому. Да, вы его не видите. Так, да, все. Сейчас вы не видите то, что у меня сейчас на экране, потому так что... Так давайте как с новичком, но я могу шепотным. Все, я это знаю. Все, пошлите на миссию. Я сегодня пройду одну миссию и закончим. Никита. Кстати, Артём, ты мне говорил, что лучше заснять мне сталкер. А я же прошел там много. Какой мне сталкер? Заново сними. Вот у меня там. Да, конечно. У меня тоже. Я заново снимаю, хоть ля. У меня там много ля прошел. Заново сними. Вот я сейчас заново снимаю лично для подписчиков. Пацан. Все для подписчиков. Чё? Пацан. Чё? Ребята. Короче, ребят, короче, я и всем удачи, всем пока. Ага, всем пока, ребята. Да, всем пока. Артём там не прощается, он снимает свое видео. Давайте, пока. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.